Всем привет, ребята, с вами Рослав. Сегодня я вам покажу, как сделать хитроумную ловушку. Для этого нам нужны будут только моды на декорацию. В следующем ролике я покажу, как сделать хитроумную ловушку без модов. Смотрите, для начала нам нужна просто очень глубокая яма. Вот так вот. Все, достаточно. Такая яма, и сверху декорация не подходит. Так, какую декорацию поставить? Ага, и вот так вот. Теперь ставим, как-то так. И теперь смотрите, ребята, идет вот так, значит, игрок, и вот так вот он даже не понимает, наступает, и смотрите, и он грохнулся. Далее вы можете улучшить эту ловушку тем, что сделаете вот здесь еще один подкоп с лестницей, тогда вы сможете спуститься и забрать ресурсы, которые из него выпали при падении. И спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.